ні єдиної звілінки. А потом мы едем, динозавров в обезьянник посадили, представляешь? Динозавров в обезьянник. Ой. Здравствуйте, сержант Турохов. Ой, тьфу. Максима, просто турок ел? Не белый, нет, вот здесь? Нормально? Вы что, не знаете, что больше трех собираться нельзя тут? Но нас же трое. С нами-то пятеро. Так, Максимов, следуйте инструкциям. Инструкция. А, инструкция. Открыть пакетик, высыпать содержимое, залить горячим кипятком. Приятного аппетита. Максимов, хватит. Проверьте его по нашей базе данных. Где наша база данных тут? Сейчас вам все. Алексеев! Нет. Нету по нашей базе данных. Все. Так, мне надоел этот цирк. Давайте ваш паспорт. Аллочка, Аллочка, какие паспорт, какие документы? Успокойся, я тебе все сейчас научу. I am teacher, окей? Дедукция. Deduction. Сейчас я покопаюсь в чердаках своего разума. Может быть, в чертогах? Может быть, и там. Очки. Значит, он плохо видит. Логично? Толстый, значит, он плохо ест. Или вообще много ест. Ногу подними. Ага, все ясно. Ты 2 часа назад был на вокзале. Откуда вы узнали? Я просто на маршрутке проезжал, видел его. Я что, вместе с Хансом здесь себе загадки разгадывать? Ой, Аллочка, вы смотрите. Пинжак. Ботинки! Какой милый мальчик! Пистолет! Пистолет? Аллочка, главное, не волновайся. У него пистолет. Аллочка, успокойся. Аллочка, это ФСБшник, может быть, или с поселка. Точно ФСБшник. Так, может, у него здесь специальные операции здесь? Так, иди-ка сюда. Здесь все нормально, мы контролируем ситуацию. Здесь все чики-пуки. Сержант, а в душе генерал Максимов. Аллочка, пойдемте прогуляемся со мной. Какой трава гунда. Как думаешь, этих артистов можно к себе на свадьбу позвать?